снял дальнобойщик проститутку. Залезла она к нему в кабину, разделась, снимает он штаны, а у него там булыга 30 сантиметров. Она: «Я без вазелина не буду, а то порвешь все!» Он: «Ладно, бери вазелин и мажь!» Берет она вазелин, мажет ему булыгу, так обильно вазелином мажет, мажет. Он в это время берет шею, цепочку сдергивает и обматывает булыгу. Она: «А это-то зачем?» Он: «Да ты чё? Я по такому гололёду без цепей не поеду». Всем привет! Как майские праздники у вас проходят? На шашлыках вы там, на природе или где? Или так же, как и я, дома? Я по-прежнему дома, на этой самоизоляции, карантин. Я уже не знаю, как это сказать. Надоело, честно. Бывают вот эти моменты, да, выйдешь до магазина, там продукты, естественно, это нужное, да, необходимо, купил и назад. Либо с собакой утром, вечером походишь, погуляешь и обратно домой. Ужас, надоело уже, не поверьте, вот эти четыре стены. Обычно в такие дни я прям выхожу с детьми на 3-4 часа, нагуляешься до такой степени, что уже приходишь домой, уже все, без ног, как говорится, все уже, ни сил, ничего нет. А тут, конечно, ох, этот коронавирус не дает, как говорится, нам разгуляться. Хотела вам сказать, не стесняйтесь, присылайте свои прикольные, смешные анекдоты, и я их с радостью расскажу на своем канале. Ссылочки есть в описании под видео. Спасибо вам за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.